наша цель поговорить с вами о войне. Вы помните, как началась война? Помню. Можете рассказать? Да. В общем, война началась. Я в 5 класс должна идти. Нет, 5 классов я кончила. Кончила 5 классов, мне нужно было в школу идти. 6 класс. Нас у мамы было 6 человек. У мамы детей. Одеть, не обуть, ничего нет. Так что в школу я не пошла. И всю войну, конечно, я. И в 43-м году уже у нас, ну у нас раньше, это сейчас, сейчас папой зовут, а у нас папанька звали. Ну так, звали мы папанька. У нас было 7 человек у мамы. 7 человек. Мне было в 43-м году, мне было 14 лет. Меня из сельсовета, у нас же деревня, в сельсовете председатель пришел, а маме говорит, что давай, говорит, мы ее приместное училище. Там, говорит, 3 раза кормят. У нас есть, не было нечего. Ну, бедные совсем были. Ребятишек много. Папаньку войну взяли. А корова. Потом фронт, когда подошел у нас, я жила в Лосове, фронт подошел, мы были в окопе, все в окопе были, с ребятишками все, Вовка был маленький, а мы, девчонки, там, Лена была постарше, а мама говорит, ну, говорили, ребятишек, конечно, ребятишек, издеваются над мальчишками, издеваются немцы. Ну, разговор-то был такой. Ой, мама, дочка, давай мы, Вовка, давай мы тебе наденем Ленкино платье. А то придут мальчишек, над мальчишками издеваются. И вот он всю ночь орал, мам, сними с меня Ленкино платье. Ну, он маленький еще. Лена постарше. У нас вот 6 человек было уже у мамы. И вот мы сидели, мы правда, наверное, там 4 дня в окопе были. Там нам солдаты так яму выкопали около леса. А мы, я жила в Носове, и у нас лес рядом. Это как усадьба кончается, и там была яма такая. Они там причесали маленечко нам. Ну, поселили там матрас какой-то соломенный, принесли. Ну, мы так все сидели в этом. Ну, потом уже домой пришли. В доме у нас корову у нас зарезали. Солдаты съели, конечно, все уже, мясо съели. В доме все, головешки из дома, из печки, топили печку. Грязи и весь пол пролили, наверное, горючие бутылки. Пролили. И у нас потом, а в Катюшках у мамы сестра была и мать. А ихняя деревня, Катюшки, сожгли. Уже немцы сожгли. И они лесом, и Настя была беременная, у нее уже воды прошли. Они шли лесом, пришли к нам, к маме пришли, ну они сестры. Ну и вот, и ее на печку положили, чтобы рожать ей. Она мучилась, конечно, наверное, не знаю сколько. Я не могу говорить даже. Тяжело очень было. Ну и все это. И вот мы жили 13 человек в доме. В доме? 13 человек. У нее ребятишки. И беременные были. И мама была беременная. Раечку родила. После уже в войну тоже родила. Ну куда деваться? Очень бедно жили. Есть нечего. В доме грязь, упала все это. Потом, правда, сельский совет нам все пришли, все почистили, в подполе все почистили, чтобы горючие-то собрать, чтобы не горело все. Потому что горело, не то, что горело, а все светло было, горючее там было. Ну так все помогли вроде. Вот так всю жизнь и прожили. В 43-м году председатель сельсовета пришел к маме и говорит, Матрён, знаешь что, давай мы, говорит, Зойку приместную отправим на долгопрудную. А вам было тогда? На завод. Сколько мне? В 43-м году? Наверное, 14 лет. 14 лет. Да. Ну вот, ну правда. Ну, сельсовет справку там дал. Ну все, я уж теперь не помню. У меня вообще память-то. Сколько лет прошло.
Ну и я это, правда, четырехэтажный дом был, кровати, так, у нас таких постелей дома не было, конечно, там кровать, одеяло, подъяльник, все, мы жили там. И я работала на станке, делала гайки, резала на леварьерном саночке. Но еще не понимала, чего я 14 лет. Вот в обед пошли, пообедали, ну, водили нас на обед. Все девчонки были, а мастер один, Витька был, вот сейчас помню, один мастер был. А мы все девчонки были, наверное, человек 20 было у нас, все, группа была. Кто там, фрезеровщики, кто ростовщики, в общем, кто, а я вот гайки резала. И мне так захотелось, пообедали, я прихожу, хочется попробовать-то. Шестигранник поставила, шесть метров, наверное, станок. И станок включила. И этот шестигранник по всем станкам. Витька бежит, с ума сошел. Ой, Зоя, что ты делаешь? Ну, что я понимала? Ну, что я видела когда-нибудь станок-то? Я не видела станок. Ну, в общем, так и я отработала там, конечно, сколько, ну, я уж не помню, сколько я работала, что-то у меня памяти вот сейчас нет очень. И ушла я, конечно, оттуда с завода. Не знаю уж, когда я, какого года я ушла, не помню. Мне вот 3 года назад очень с головой было плохо, сосуды все у меня, и памяти нет. Но вот это, что страшное, я все помню. Вот что в тот момент вы думали о войне? Что для вас, чем для вас была война вот тогда? Ой. Отца забрали на фронт. Ничего, да? Не думали, только как бы поесть. И как бы папанька пришел. У нас же не папа был, а папанька назвали. Раньше папанька бы пришел, царь мой. И только бы поесть. Вот хлеба дадут, корову зарезали, конечно. У нас уже не было коровы. Корову солдаты зарезали, съели. В доме печку, я уж говорила, конечно, печку, все там, головешки одни остались, все в доме, ничего. И вот сестра мамина пришла из Катюшки. Катюшки сгорели в деревне. Да. Через лес, там километра полтора, наверное. Она тоже была беременная. Родила у нас тоже на печке, она родила. У ней тоже 3 ребятишек и нас 6 человек. Вот семья какая была. Потом начали хлеба начали давать, там сколько-то хлеба начали давать там. По карточкам, что ли, я уже вот не помню, как мы ходили на красную. Салончики, да. Ну, не знаю. И вот начнет, я всех старше была, и я делила хлеб. Ну, потому что все моложе, и я делила. И вот ребятишки все говорят, Верки больше, Нонки меньше. Ну, что делать? Вот куда деваться? Режу уж, мама, дочка. Режу. Мне ладно, не надо, мне не надо. Только по ребятишкам накормить. Вот так вот. Ну, потом уже все. Война кончилась, конечно. У нас, ну, не папа, папа не пришел с фронта, без руки. Без руки. Еще девочку родили. Ой, какая у вас была большая семья. Ну, вот 7 человек нас было. 7 человек. Померла. Она была прям, ну, конечно, нервная мама, наверное, была. Уж я не знаю. У нее были какие-то припадки. 3 года она пожила, и она померла. Ну и вот вся война кончилась. А вот вам запомнилось, когда война закончилась, вот это вот, что? Вот это событие, вот когда закончилась война, парад на Красной площади, вот вы как-то это переживали, воспринимали, вот, радовались? Ну неужели нет, Господи, ну, вот, конечно, ну как же. Ну и потом я, это, когда уже у нас папанька пришел, я уже ушла с завода, меня он, ну что, ребенок, ну что мне было-то? Я ушла с завода, конечно. Ну и я отработала, конечно, свое время. Сколько я где-то работала? Ну все, сколько было нужно. Я уже забыла, сколько я где-то работала. И вот, конечно, ну все время работала. Потому что семья-то у нас большая, и все время я работала.
А потом уже вот в 50-м году, нет, в 49-м году, я уже взрослый, конечно, мне было 21 год, ну и мы вроде это, ходили в клуб. Встретила своего деда. Он на гармонии играл. Я очень пляшу хорошо. Пела частушки, конечно, такая веселая я была. Но нищенки были. Сама шила. Юбочку какую-нибудь сошьешь там. Он, у меня тетка была крестная, она, у нее не было ребятишек. Дядя Ваня рубашку возьмет, я из этой рубашки юбочку себе сошью. Ну, машинка была у нас. Ну, вот так вот мы и жили. Всю жизнь так я и прожила. А потом уже вот в 50-м году, в 49-м году, встретила своего деда. И все, сразу мы как-то... Пришел, и вот мы остановились с ним. И в 50-м году мы поженились с ним. Мы живем 62 года. Детей у нас нету. И вот мы три девчонки, у нас нету детей. У Раи нету, у Веры не было, и у меня. Ну и вот мы 62 года с дедом прожили, без детей. А заботится сейчас у вас кто-нибудь? Что? Ну я... Заботится сейчас кто-нибудь о вас? Ну, кто вам помогает? Никто не помогает. Вы сами? Пенсию получаем. Огород у меня, конечно, усадьбы есть, но сажаю. Свеклу, морковь, капуста, картошка. Все сама. Полоть, конечно, помаленьку полю, потому что мне тяжело на лавочке. Сяду на лавочку, все выплю, все чистенько. В доме у меня, вот кто хочет, придет ко мне, у меня в доме все горит. Чистота всегда. Постели у меня всегда чистые. Ну, дом уже старый, конечно. Дом старый. Ну, нам деду 87 вот будет, а мне уже 84 будет. А вот ваш муж, он воевал, да? Он не воевал. Он работал. Он пошел, его военкомат. Из военкомата запрос был с завода. На Лавочкино он работал. Он работал токарем. Сутками работали. Сутками работали. Ну, а потом он 25 лет отработал. Зоя, пойду я, пожалуй, в техникум сразу. Пожалуйста. Кончил техникум. Стал технологом. Он очень, очень грамотный, конечно. Он даже сейчас. Мне кажется, в деревне таких мужиков у нас нет. Это не то, что он мой муж. Он добрый. Я не знаю, вот скажут, кто они там, все, кто чего скажет. Он самый добрый человек. Самый добрый человек. И мы никогда не расставались. Никогда. Вот 62 года, как мы поженились. И все так здорово. Вот вся жизнь прошла наша. И сейчас хорошо живем. Вино он не пьет. Курить никогда не курил. Никогда не курил. Я даже всегда ругаю, что девки курят папиросы, как мне нехорошо, не нравится, конечно. Он никогда не курил. А сейчас коньячку выпил, рюмочку, конечно, для этого. Вроде бы. Я не жалею ничего, нам хватает. Пенсию получаем, мы живем на пенсии. Все свое. Капуста, картошка, морковка. Ну все, вот что у нас есть. Раньше, вот сейчас 3 года, конечно, как я заболела, с головой у меня всегда грибов набирали. Всего я продавала лук, продавала капусту, цветы продавала, покаты. Так, вот моя жизнь. Ну, вот оглядывая, если вот вы оглядываетесь назад, вспоминаете прошлое, вы ни о чем не жалеете? Нет. Ничего не хотелось бы изменить? Нет. Нет. Все хорошо. А вот можете... рассказать. Я вижу у вас крестик. Да. Вы верите в Бога? Вот отношение к религии. Вы всегда в Бога верили? Я верю в Бога, но сейчас в церковь я не хожу. Ну, сейчас да. Просто такие времена раньше были, что веры не было. Не то, что я такая прям богомольная, но никогда против. Всегда Пасхи справляю, все праздники справляю. Так что это, ну не знаю. Ну, чтобы так удариться о пол, я так не... А Богу я никогда не... А
а власти, политики остали, не можете что-нибудь рассказать? Я не слышу, что вы говоришь. Вот, ну, а власти остали, не можете что-нибудь рассказать? Нет, я неграмотна, я кончила 5 классов. Ну, да, конечно, война когда была... 5 классов, мне не в чем, я говорю, рассказываю. Вот в школу идти, война началась, в школу идти. Мама говорит, дочка, миленькая моя, ничего нету, ни платья, ни порток, ни портфеля. Я даже в 5 классе училась, у меня старший был брат, сколько у нас. Какую-то сумочку, не знаю, крёстно что ли дала нам, не знаю, сумочка была. Он учился в первую смену, или я в первую, или во вторую, что-то я уже забыла, конечно. И вот он во враге, ну, мы в Чашике учились, а жили мы в Носове. И вот сейчас встретится он мне навстречу, я сумку положу, эти свои тетрадки или что там, книжки. Он в тряпочку завернет домой, потому что сумка одна была, а не во что было положить. Ну и вот так вот прожили. Вот 5 классов я окончила, и с ними очень училась. Вот такая наша жизнь. Алина, напоследок что-нибудь пожелаете будущему поколению, молодежи? Молодежь мне очень не нравится. Очень. Все курят, девчонки. Как нехорошо, некрасиво. Идут пупки голые. Ой, ну как мне не нравится. Не могу. Ничего я не могу сказать. У меня нет привязи. Ну, пожелать вы что-то можете? Что бы вы хотели? Ну, каким же вы хотели нас видеть? Ничего я не хочу. Я хочу умереть уже. Да вам еще рано. Вы еще очень хорошо выглядите. Молодо, вы очень радостно. Ну что? Господи, все говорят так. Ну нет, если вы посмотрели мою фотокарточку, я куколка была. У меня вот фотокарточка сейчас большая. А у вас есть всегда с собой фотография? С собой фотография у вас есть? Не поняла. С собой фотография есть? С собой? Да. Нет, я не...